Здравствуйте, уважаемые одесситы! В эфире 1171 выпуск программы «Газетный дождь», который выходит в эфир на протяжении 19 лет, и я ее автор и ведущий, журналист Вячеслав Воронков. Программу, как всегда, подготовила команда «Газетного дождя», которая вместе со мной работает над этим выпуском. Я с удовольствием называю. Это режиссер Любовь Попова, оператор Александр Ахмедшин и инженер монтажа Михаил Анисков. Решение российского президента Владимира Путина ввести санкции против Турции — это еще одно подтверждение того, что Россия рассматривает экономику как средство принуждения к покорности, а вовсе не как конкурентный рынок. Турция сегодня переживает то, что уже переживали Грузия, Украина, Молдова, Беларусь, что сейчас переживают страны Евросоюза. Показательно, что европейцы предупреждали своих турецких партнеров, ошеломленных перспективами захвата рынка после российских антисанкций, что не стоит слишком уж далеко заходить в своих связях с Москвой и рассчитывать на прибыль от российского рынка. Потому что это не рынок, а Путин. А Путин может в любой момент принимать любое решение в воспитательных целях. Конечно, нельзя утверждать, что так действует только Россия. Экономика нередко становится рычагом давления тогда, когда нельзя использовать военные рычаги. Но тут вопрос о том, какие именно экономические санкции применяются. Экономические санкции Соединенных Штатов Америки против Советского Союза. Вспомните, эта знаменитая поправка Джексона-Веника была связана с ограничением доступа к передовым технологиям. Это были действительно серьезные санкции, которые предопределили технологическую отсталость Советского Союза и его последующих крах. Сейчас западные санкции против России – это тоже, прежде всего, технологии. Никто не мешает продавать российский мед или водку. А вот Россия постоянно борется с едой. С грузинскими и молдавскими винами, с балтийскими шпротами, с украинскими конфетами и украинским салом, с европейскими сырами. Теперь вот начала бороться с турецкими помидорами. Потому что ничего более Россия запретить не может. У нее самой нет товара, отказ от поставок которого создал бы проблемы стране, с помощью которой Россия не хочет торговать. Это кроме энергоносителя, разумеется. Но от их поставок зависит существование уже самой России. И она может сколько угодно долго обижаться на Турцию. Только никогда не перекроет ей газ. А отказывать другим странам в поставках еды – это не столько наносить им ущерб, сколько перенаправлять рыночные потоки. Грузинские виноделы нашли других покупателей своей продукции. Польские яблоки, оставшиеся в стране после российского эмбарго, принесли небывалые прибыли французским производителям замечательного сидра. Думаю, турецкие помидоры тоже не пропадут. А вот цены в российских супермаркетах, вне всякого сомнения, вырастут. И еще раз возрастут с 1 января 2016 года, когда Россия окончательно откажется от украинских поставок. Потому что санкции против стран Евросоюза действительно затрагивали во многом элитный сектор потребления. Большинство россиян не могут себе позволить ежедневно покупать итальянские сыры, французские вина, немецкую ветчину и итальянские деликатесы. А вот турецкие и украинские поставки, и не только продуктовые, но и товарные, для всех и заменить их решительно нечем. Какие бы сказки ни рассказывали об этом представители Министерства сельского хозяйства России. О серьезной включенности турецкого бизнеса в самые различные сферы российской экономики я уже не говорю. Эти санкции генерированы нового кризиса не у другой стороны, а у себя самой. Но Путин решительно не хочет этого понимать. У него сбили самолет. Ему нужно наказать виновника, а втягиваться в настоящую войну он просто не может. Поэтому и начинается война с помидорами, война с виноградом. Поэтому российские силовики, как дикие звери, набрасываются на ни в чем не
отношении повинных турецких граждан, либо проживающих в России, либо приезжающих в эту страну. И это яркая демонстрация российской слабости. Страна, которая борется с едой, всегда страна слабаков. Россия проиграла цивилизационное соревнование и может только стрелять или есть, или не есть. Третьего не дано. А вот у Украины, кстати, открываются неплохие перспективы сотрудничества со странами, которые оказываются жертвами российского безумия. В конце концов, поставки и бизнес-активность нужно куда-то перенаправлять. И о печальном. Ушел из жизни Эльдар Александрович Рязанов. Очень справедливо и точно заметила московская журналистка Ксения Ларина. Его знают все. Степень его популярности в народе такова, что если попросить любого встречного навскидку назвать трех самых известных российских режиссеров, Рязанов будет назван в 100 случаях из 100. Рязанов – это наше все. Это все лучшее, что оставил нам СССР. И сколько ни боролся, ни сопротивлялся этому советскому знаку качества сам Эльдар Александрович, избавиться от народного отдела технического контроля ему не удалось. В сознании большинства населения он так и останется лучшим советским комедиографом, автором «Карнавальной ночи» и «Иронии судьбы». Его уход расстроил всех. И нации круглые сутки сегодня поют ему дифирамбы на всех телеканалах и радиостанциях и, утирая слезы умиления, пересматривает любимые фильмы «Наш Рязанов». И вот, пожалуй, самое несправедливое, что может произойти с памятью об этом удивительном, об этом талантливом, мудром и смелом человеке, это превратить его в нашего русского Рязанова, в Рязанова тех 86% россиян, что браво вышагивает по брусчатке Красной площади с бумажными цветами и транспарантами «Россия вперед» и «Верим Путину». Пожалуй, стоит напомнить им, что Рязанов не скрывал своего возмущения делом ЮКОСа и был одним из немногих представителей российской интеллигенции, кто открыто поддерживал Ходорковского и Платона Лебедева, когда они сидели в кутузке. Рязанов одним из первых поставил свою подпись под обращением в защиту участниц Pussy Riot, понимая всю чудовищность и неадекватность грозившего им наказания. Рязанов без всяких внутренних колебаний и сомнений осудил антисиротский закон, называя его людоедским. И уж совсем из недавнего, что окончательно определило его отношение с путинским режимом, это присоединение Крыма и российское вмешательство в украинские события. И это была не молчаливая форма несогласия, фига в кармане, а самое, что ни на есть, открытое, публичное, которую он готов был защищать и аргументировать в любой возможной дискуссии. Только никуда его не звали в последнее время. Именно поэтому он не побоялся поставить свою подпись под воззванием Киносоюза, осуждающим российскую военную интервенцию Украины, под обращением интеллигенции против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма. Знает ли об этом те 86% россиян, поклонников нашего Рязанова? Боюсь, что вряд ли. А если и узнает, то, наверное, не поверит. Народу не нужен этот Рязанов, презирающий победный, лязгающий путь, что вновь выбрала его вставшая с колен Родина. По этому пути он уже когда-то шел, понимая, что других декораций, кроме выстроенных партий и правительством, в его стране не будет. Советская власть была данностью, обстоятельства непреодолимой силы. Перед мыслящим, совестливым человеком возможности выбора, конечно, были, но весьма ограниченные возможности. Рязанов никогда не был диссидентом, не рядился в эти одежды и в перестроечное время, когда было модно кичиться своим былым фрондерством и изображать из себя жертву режима. Нет. Судя по фильмографии, по количеству фильмов, сценариев, телевизионных работ, Рязанов был успешным человеком, прожил жизнь долгую и активную, и большинство его замыслов осуществились. Другой вопрос. Та цена, которую приходилось платить каждому художнику, претендующему на свой голос в искусстве, и даже здесь, допуская компромиссы, идя на уступки надзорным органам, когда они в очередной раз требовали что-то убрать, что-то переснять, что-то переозвучить, даже здесь Рязанову удавалось сохранить достоинство и не превращаться в халуя, в труса. Он был очень смелым человеком, он был бойцом, и все, кто работали с ним, знали это. Кажется, что комедия, как жанр, достала
попалась ему случайно. И он как-то очень умело и стремительно подогнал ее под себя, под свою интонацию, под свой лиризм, под свою иронию и насмешливость. Они все очень отличались друг от друга, комедиографы советского времени. Они были в чем-то даже антагонистами. Рязанов, Гайдай, Данелия. И Рязанов был особенно любим именно советской интеллигенцией, потому что снимал про них, давал им надежду, предлагал руку для спасения. Он убеждал, что всегда и везде, при любых обстоятельствах, можно оставаться порядочным человеком, и ничего вам за это не будет. Это было невероятно важное послание именно тогда, в глухие, безбрежно серые и гнусные годы, когда особенно остро люди ощущали свою беспомощность. Рязанов проходил этот путь самоочищения, освобождения от рабского сознания, от всеобщей апатии вместе со своим зрителем, подбадривая его, заставляя смеяться в лицо невежеству, хамству, пошлости, учил защищаться от идеологического молоха. К началу новой эпохи, эпохи новой России, Рязанов пришел убежденным демократом и неискоренимым романтиком. Его кинематографические поиски перемен, перестройки все дальше уводили его от комедии в сторону притчи, философской сказки, что не всегда совпадало со зрительскими интересами. Ну и, конечно, стихи. Стихи, без которых представить себе Рязанова невозможно. Это какая-то особая сторона его жизни, которой он доверял абсолютно. Потому что здесь он был свободен от условности и цензурных окриков. Здесь не нужно было прятать крамольные мысли в красивую обертку и бояться быть непонятым. Стихи Рязанова простые и безыскусны, но невероятно глубоки, трагичны, безжалостны по отношению к себе. Все, что ему не удалось сказать в кино, он договорил, да объяснил в своих поэтических строчках. Да, Рязанов наш лирик, философ, гражданин, художник, романтик, настоящий рыцарь, боец, человек, умевший любить, ценить жизнь, ценить любовь, не предавший ни друга, ни женщину, не лебезивший перед властью и перед публикой, человек с достоинством, встретивший смерть, с прямой спиной. Он столько прожил, он столько вложил в нас с вами. Постараемся его не разочаровать. Ну и о грустном. Уже 1 января, через 26 дней, украинцев ждет неприятный сюрприз. Цены на лекарства вновь могут вырасти. На этот раз значительно вырасти. По оценкам фармацевтического рынка, как минимум на 20%. Причина такого ожидаемого ценового скачка – это желание Министерства финансов повысить ставку НДС на лекарства до 20%. Минздрав инициативу не поддерживает и предупреждает о негативных последствиях роста стоимости медикаментов. Впрочем, в кабинете министра уверяют, что для пациентов будут предусмотрены компенсаторы в виде адресной субвенции. Однако они будут действовать только в течение года. Пациенты и фармацевтический рынок уже назвали предложение чиновников преступлением, назвали его катастрофой. По подсчетам Минфина, повышение ставки НДС на лекарства приведет к дополнительным поступлениям в бюджет Украины 10 миллиардов гривен. И эти средства пойдут не в общий фонд государственного бюджета, а в специальный. Из него якобы будут финансироваться программы по медицинской помощи малообеспеченных слоев населения. Например, на частичную компенсацию стоимости лекарств в аптеках. Это называется реимбурсация. Но не верят в радужной перспективе пациенты. Реимбурсацию так просто не ведешь. На это необходимо 2 года. Минздрав только начинает разрабатывать эту систему. Вместе с тем и отрасль, и Минздрав инициативу Минфина о повышении НДС на фармацевтические препараты категорически не поддерживает. Лекарства, которые поступают и покупаются в аптеках, станут автоматически дорогими. А поскольку в Украине почти 100% лекарств продается в рознице, то повышение будет оплачивать потребитель, то есть мы с вами. При этом в последнее время потребление препаратов в Украине существенно снизилось. У людей нет денег. На 22% меньше люди стали использовать лекарства.
чтобы контролировать свои хронические состояния. К примеру, гипертонию, сахарный диабет, потому что они не могут себе позволить покупать дорогие лекарства. А это может привести к инфаркту, который лечить потом гораздо дороже. Идея повышения ставки НДС на лекарства пациентские организации приравнивают к преступлению, а фармацевтические компании называют катастрофой для рынка, поскольку это приведет к росту стоимости препаратов. Экономическая доступность лекарств станет катастрофически низкой на фоне растущих расходов населения на продукты питания и коммунальные услуги. Повышать НДС на лекарства сегодня – это действительно дважды преступление. Сейчас любой человек, зайдя в аптеку, чувствует себя как в ювелирном магазине, потому что не может себе позволить даже минимальные капли от насморка купить. Если Минфин повысит НДС, станет еще хуже. В случае повышения НДС до 20% Украина станет одной из немногих стран Европы, где существует такая высокая ставка налога. Но для сравнения, в Евросоюзе ставка НДС на лекарства составляет 7%, а у нас предлагается 20%. К примеру, в одной из самых бедных стран Евросоюза, речь идет о Франции, ставка НДС на рецептурные препараты составляет 3%. Мало того, что в Евросоюзе рынок лекарств в стоимостном выражении как минимум на 60% оплачивается за счет медицинских страховок, а в Украине на 90% за счет пациентов. Повышение налога Кабмин перекладывает прямо на плечи пациентов, обещая, что, может быть, когда-нибудь будет запущен механизм компенсации роста цен для малоимущих. Так этого никогда не случится. Те, кому нужна такая помощь, они просто умрут. То же самое обещали, когда вводили НДС в 7%. Фактически правительство своими действиями готовит почву для социального взрыва. Одна из глобальных целей НДС – это лимитировать потребление. То есть, чем больше ты потребляешь, то тем больше ты платишь. Но лекарства же мы потребляем не от того, что хотим получить от этого удовольствие. Это же не конфеты, не машины, не вино, не мороженое, не сигареты. Лекарства пациенты вынуждены потреблять, исходя из того, что человеку некуда деваться. Либо в могилу, либо лечиться. Вместе с тем, в случае, если правительство и парламент все-таки пойдут на повышение НДС на лекарства, то в декабре можно ожидать резкого всплеска аптечных продаж. Пациентов в преддверии скачка цен начнут массово закупать необходимые препараты на несколько месяцев вперед. В свою очередь, в начале 2016 года это вызовет существенное падение объемов продаж лекарств. И вполне возможно, что прогнозы Минфина о росте поступлений в государственный бюджет просто не оправдаются. В медицине мы перейдем от финансирования койко-мест к финансированию пациента. В сфере образования моя задача – создать большие школы-хабы. Это проект новой школы с интернетом, нормальными классами, хорошей зарплатой, учителями, с директором, избранным на конкурсе. В каждой области должно быть по одной такой школе. Арсений Яценюк, премьер-министр Украины. Гость программы – заслуженный юрист Украины, государственный советник юстиции третьего класса, бывший прокурор Одесской области Николай Степанович Стоянов. Наш разговор с ним коснется одной из самых болезненных тем нашей жизни – реформирования правоохранительных органов. Почему оно затянулось? Почему медленно, но уверенно стала расти вверх кривая роста преступности? Почему оказываются неэффективными меры по борьбе с коррупцией, которая не ослабевает, а наоборот расцветает? Не слишком ли много юристов сегодня в Украине? Скажу, что вопросы эти непростые, но ответы на них давать необходимо. Так требует жизнь, так требуют люди от власти, которой, к слову, общество доверяет все меньше и меньше. Об этих вопросах и проблемах размышляет в эфире Николай Степанович Стоянов, заслуженный юрист Украины. Николай Степанович, мы с вами всегда во время наших бесед говорим на острые темы, касающиеся
как реформирование правоохранительных органов Украины, которое происходит в настоящий момент, так о перспективах, так и о дне сегодняшнем. Вот недавно, значит, в Одессе будущих прокуроров Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонских областей отбирала специальная комиссия. Было здесь несколько человек, заместитель генпрокурора Олег Задиско, начальник управления генпрокуратуры был Василий Черников, начальник отдела генпрокуратуры Слюсарь, зампрокурора Винницкой области был Олег Яцкиев, два народных депутата и депутат, бывший депутат Одесского городского совета. Они беседовали с теми кандидатами на должности местных прокуроров этих четырех регионов. Сегодня, к сожалению, пока информации о том, как сложилась ситуация с этим тестированием, реформированием прокуратур местных районов нет, но уже появилась такая тенденция, что все, кто раньше работал, остались на своих местах. Зачем тогда все это было затевать? Ну, это узнать, ответить на этот вопрос вроде с основной стороны просто, потому что я как бы много лет проработал в системе и не один год проработал руководителем областного уровня. Но в то же время для меня это тоже тайна какая-то. Я не понимаю тоже многих вещей, потому что, ну, а с другой стороны, почему не должны быть бывшие работники или просто работники прокуратуры, что они... Они имеют право претендовать тоже на должности. Наверное, я сторонник все-таки подхода к назначению на должности людей профессиональных, честных, порядочных. Это громко, наверное, будет сказано, но все-таки профессионализм. Ну, как иначе? Ну, как без профессионала может ведомство работать? Если человек будет слабый, если человек будет неграмотный, если будет неподготовленный, он сможет что-то сделать полезное для государства, для людей. Ему надо будет учиться. А у нас нет времени учиться. Нам надо уже сегодня давать результат. Нам надо защищать интересы государства и граждан, к чему призвана прокуратура. Да и все, наверное, учреждения, институты государства должны стоять на защите и страже интересов граждан и государства. И то, что в органы прокуратуры, то есть или на эти комиссии, или прошли конкурс, большинство бывших работников, ну или будет как бывших, настоящих работников, нынешних работников, быстрее всего, правильно будет сказано. Но это, наверное, должно быть правильно, это должно быть нормой. Кто должен работать в прокуратуре? Те, кто не знает, что такое прокуратура? Те, кто что не знает даже закона о прокуратуре? Ну как он может работать? Ну как он может возглавить ведомство? Как он может повести за собой людей? Как он может людям что-то сказать, объяснить, потребовать исполнения того или иного задания, если он сам он не знает. Направить, надо же людей направить, надо людей повести, надо людям поставить задачу. А что он будет, о чем он будет говорить? О том, что он был адвокатом и защищал кого-то? Ну вот у граждан Украины, которые узнали о том, что Верховная Рада приняла там закон о люстрации там, и так далее, которые продвинула группа молодых депутатов Верховной Рады, так сказать, реформаторов, сложилось впечатление, что все это делается для того, чтобы полностью обновить правоохранительные органы, в которых раньше работали одни взяточники, коррупционеры, скрытые преступники, и на их место придут, так сказать, другие, свежие там и так далее. Сегодня получается, что не все, кто работали, были такими, какими пытаются их представить. Ну, я вообще не понимаю, как можно заявлять или, грубо говоря, вешать ярлык человеку и в целом всей прокуратуре, все взяточники. Ну, вы меня извините, если у вас информация, что кто-то из работников прокуратуры брал взятки, ну, есть же уголовный кодекс, есть же возможность провести проверку по данному человеку, дать оценку его действиям и, по крайней мере, привлечь его к ответственности. Ну, нельзя же громогласно заявлять, все взяточники. У нас проблемы в государстве, оказывается, что только прокуратура и суды создавали, а все остальные работали честно, ответственно, отдавали все свое время, здоровье и знания государству и народу, а прокуроры судьями мешали им реализовывать это все. Ну, я считаю, что это, ну, наивно.
Это не тактично, это безграмотно, но, по крайней мере, это непорядочно. У меня дилетантский вопрос такой по части прокуратуры. Прокурор Одесской области Давид Саквараледзе, я с ним не встречался, не знаю его лично, он является и первым заместителем генерального прокурора Украины. А не является ли это совмещением должностей? Вот на мой взгляд. Но не может один человек работать в двух ипостасях. По четным дням он в Одессе, по нечетным дням он в Киеве. Я отвечу чуть-чуть на этот вопрос по-другому. Зайду с другой, будем говорить, стороны. Ну, во-первых, понимая на сегодняшний день, каков объем работы у прокурора области, да, и в то же время это же подобрать новых людей, да, ну, идет же реформирование, это же надо поиск новых кадров, нечестных, хотя бы побеседовать. Да. Я не знаю, откуда у него появилось столько времени. Лично я, когда работал прокурором Николаевской области много лет, Одесской я всего лишь полтора месяца, но я эти полтора месяца, у меня, грубо говоря, с 9 часов дня до 11, до 12, и мне не хватало времени. Но, может, он настолько подготовлен, настолько профессионален, настолько знает область, регион и людей, что ему удается это совмещать, хотя, опять же, говорит о совместительстве, у нас закон не предусматривает такого. Ну, не может человек, тем более, я еще понимаю, в одном городе ты совмещаешь. Ну, да. Еще ладно, и то это не закон. Ну, в Киеве, как время, все время быть в самолете, ну, во-первых, это средства, надо иметь возможность это все летать. Если на машине, это сколько тратится, опять же, государственный средств туда-сюда ездить. Ну, я не понимаю. Если мы говорим, что у нас проблемы с экономикой, у нас проблемы финансирования, в то же время мы транжирим такие средства, непонятно на что и ради чего. Неужели в Украине не нашлось бы прокурора, который бы, или зам генерального, надо было определяться и решать вопрос, или я зам генерального, или я прокурор. Я лично Саквараледзе не сталкивался с ним никогда, я его не знаю, я не могу давать ему оценку и говорить о его профессионализме, о его вообще человеческих и других качествах, не имею морального права, потому что я с ним не сталкивался. Я не хочу уподобаться тем лицам, которые кричат, что все прокуроры коррупционеры, все судьи взяточники. Ребята, а куда вы до этого ходили? Не к тому же прокурору за защитой, к тому же прокурору, не к тому же судье. Так другой вопрос, если вы говорите, что они взяточники, то вы, значит, давали взятки этим людям. Ну, тогда вы тоже совершали преступление. Ну, может говорить то лицо, что прокурор Иванов взяточник, кто носил ему деньги. Ну, я так понимаю. А не по наслышке. Мы же не музыканты, мы же не на слух работаем. Мы работаем конкретными документами, оперируем в своей работе. И даем им оценку. Ну, так же нельзя. Ну, так мы никогда не построим правовое, демократическое государство. Но нельзя людей оскорблять, унижать просто потому, что кому-то этого хочется. Просто потому, что сегодня есть потребность у общества находить крайних в своих проблемах и бедах. Да прокурор никогда не был виновником экономических проблем государства или людей в отдельно взятом регионе. Как на ваш взгляд, можно ли считать оправданным реформирование одновременно во всем силовом блоке, правоохранительном блоке? Вот смотрите, у нас сегодня реформирование в прокуратуре, реформирование в милиции, идет там проверка судей, тоже это зарегистрированы проекты законов. У нас все находится в каком-то броуновском движении. В этот момент граждане, налогоплательщики абсолютно правильно задают вопрос. А преступность стала поднимать голову? Вы посмотрите, уличная преступность становится все агрессивнее, увеличивается количество разбоев, краж. А чем занимается то ли милиция, то ли полиция? Ездят по городу в красивых машинах с этими голубыми огоньками. Дело одно возбуждалось, когда была милиция. Продолжает полиция, а результата, как говорится, нет, и люди встревожены. Доверие, которое к правоохранительным органам и так было на невысоком уровне, оно сейчас скатилось. Люди не верят правоохранителям. Дело в том, чтобы, опять же, это же в этом вопросе, говорит, несколько вопросов. Да.
чтобы дать объективную оценку всему, ну, надо отталкиваться от статистики. На сегодняшний день, как бы, мы с вами ее не имеем, но в целом мы знаем на личном примере. Допустим, вот у меня как угнали машину, и до сих пор ее не нашли. И как, ну, я не знаю, насколько это понаслышке, но говорят, что в 6-7 угонов в день уходит машин. Пока я не слышал, чтобы официально было заявлено, что там какая-то группа лиц или кто-то из угонщиков был задержан и привлечен к ответственности. По поводу, опять же, того, чтобы раскрыть рост тяжких преступлений, оно связано с экономикой. Уровень жизни людей падает, естественно, куча безработных. Этим людям, и среди них есть молодые, здоровые, спортивные, им кушать хочется. И, к сожалению, они не всегда находят возможность заработать, грубо говоря, в законном порядке. Идут, голодный человек, он опасный человек, идут на совершение вот таких преступлений. А опять же, чтобы с ними бороться, чтобы улицу хорошо знать, уличную преступность, надо иметь знания. Знания юридические, знать село, город, район, знать тех людей, которые проживают. Иметь, грубо говоря, владеть информацией в то время, как работал оперативный. Он знал на своем участке, в своем районе, что делается, кто чем дышит, кто на что способен. И когда совершалось то или иное преступление, он знал уже, в какие двери стучаться, кого приглашать к себе или выезжать на задержание. И на 90%, вот я знал многих оперов, когда они в течение там суток, на них они раскрывали такие преступления, как квартирные кражи. То есть, что такое квартирная кража? Ну, это украли что-то, какое-то имущество. Это имущество, конечно, принадлежит что реализации. То есть, опер знал, где, что, кто занимается скупкой кражи. Ну, это же не такого выдающегося, ничего нет. Есть, грубо говоря, те, кто занимается непосредственно кражами, хищениями, разбоями. Есть те, кто это реализовывают. И все, оно же выходит где-то на рынок, надо это отслеживать. Но для этого нужны знания, желания, опыт. А если этого нет, молодые ребята, которым проучились по полтора месяца, неужели они обладают тем багажом знаний, тем опытом, которое было им позволило, грубо говоря, бороться с преступниками? Преступники на сегодняшний день грамотные, они, как говорится, вооружены технически. Грамотнее полицейские. Получается, да, потому что они на свои работают уже десятилетиями, а полицейские полтора месяца. Конечно, второй вопрос, основных вопросов, наверное, сегодня нельзя было все и сразу реформировать. Одновременно. Конечно, надо было что-то одно довести до ума, взять ту же прокуратуру, или взять ту же милицию, полицию. Что это дает? Куча тратится средств. На сегодняшний день у нас экономика неужели имеет возможность, или у нас бюджет, транжирить такие средства? Доведите до ума сначала милицию, потом возьмите за прокуратуру. Не, нам надо все и сразу, и сегодня. Не будет, дорогие друзья, дорогие граждане, не верьте в это. Не будет за один день все реформировано. Оно должно реформироваться сознание у тех людей. Другой вопрос, приходит грамотный, сильный человек на работу в правоохранительную систему или там прокуратуру, милицию, и зарплата у него будет 5-6 тысяч гривен. Все говорят, да ребята, что такое 5-6 тысяч гривен в Одессе? Так за квартиру, за свет, за газ ему надо уплатить 2. Ну, я так, я точно не знаю, но приблизительно, да? А если семья, дети, садик, школа, куда ему идти? Или он что, увидев такое состояние, ищет себе место потеплее, или там, где больше зарплата, или он будет что? Будет пытаться где-то заработать, занимая какое-то положение в правоохранительной системе. Но не будет он голодным ходить, не будет он питаться одним уголовным кодексом. Но не будет этого. Просто он физически не сможет, а да, он, извините, заболеет и не сможет тоже исполнять свои функциональные обязанности. Организм, чтобы человек, да, мозг должен надо питать, ну, согласитесь. Голодный, истощенный организм не в состоянии ничего выдающегося сделать. Другой вопрос, опять же, профессионализм. То же самое, как мы без профессионалов, как мы сможем реализовывать то, что прописано законом? Ну, безграмотный прокурор. Другой говорит, вот надо всех, вот, кто желает, проходит конкурс. Да, я согласен. Мой человек, который проработал 10 лет адвокатом, он знает досконально законодательство.
и вам расскажет все на зубок, а на практике окажется профаном. Другой вопрос, а чего ж ты, дорогой мой, 10 лет трудился адвокатом, и тут тебе захотелось пойти в прокуратуру? Ну, вызывает у меня сомнения. В чем? То есть ты что, не смог себя реализовать в этом направлении? То есть ты сильный и грамотный адвокат, ну, вряд ли пойдет в органы прокуратуры. Потому что сильный и грамотный адвокат, он обеспеченный человек. Он имеет свою клиентуру, он имеет свой офис. Я то знаю ни одного адвоката. И когда я ему говорю, ну, мне надо за 5000 гривен идти, ну, я что, или что, мне надо, чтобы я где-то в лес и меня посадили? То есть опять идут не самые лучшие, к сожалению, не самые сильные, самые грамотные. Вы фамилии не назвали, но телезрители, которые внимательно отслеживают, они эту фамилию знают. Адвоката, который возглавил структуру. Вот буквально на днях генеральный прокурор Виктор Шокин определил антикоррупционного прокурора Назар Холодницкий. Ну, вероятно, вы с ним пересекались где-то. Ему сейчас ставят в упрек, что он был, как говорится, определен на повышение благодаря тому, что его заметил бывший заместитель генерального прокурора Галомша. Теперь это считается, как говорится, ну, компрометирующим, кто работал с этим Галомшей. Но при любом раскладе антикоррупционный прокурор подчиняется генеральному прокурору. У нас он не может существовать параллельно. Скажите, можно ожидать, что вот после того, как назначен антикоррупционный прокурор в Украине, в стране начнется выжигаться каленым железом коррупция? Дело в том, что чтобы антикоррупционный прокурор заработал, ему нужна команда. Да? Не может один антикоррупционный прокурор на сегодняшний день данной ситуации, господин Холодницкий. Да. Я его знаю, потому что я работал в Киевской области замом, он работал помощником прокурора Киево-Святошинского района. И одно время он работал помощником первого замгенерального Николая Ярославовича Галомши. Я хорошо знаю этого человека, у меня с ним дружеские теплые отношения с Галомшей. Он профессиональный, он грамотный, сильный человек. И ставить в упрек, опять же, этому молодому человеку или антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому, что он работал с Галомшей, поэтому он не может за ним. Ну, опять же, ну о чем, на каких пор мы будем говорить глупости? Ну реально, у вас есть какие-то компрометирующие материалы на этого человека? Выложите их. У вас, к чему эта голословность? Ну, к чему мы идем? Вот полить грязью, оговорить, кинуть камень. Зачем? Чтобы он заработал, первое, ему не надо мешать. Второе, ему надо собрать команду честных, опять же, порядочных, профессиональных людей. Другой вопрос, что у меня мнение по отношению к таким должностям, свое отношение. Какое? Там должны эти люди зрелые, с жизненным опытом, профессиональным опытом, которые не будут бояться первых лиц государства, а говорить с ними на равных. А все-таки, чтобы быть зрелым, нужен возраст, нужно время, нужно обкататься, да? Ему будет сложно, наверное, очень сложно. Надо знать людей, многих людей. Ну, я не думаю, что он знает столько работников, юристов, не имеет значения, там, работников прокуратуры, которых сможет подобрать себе в команду. Ему же надо создать команду. Мы уже видим на антикоррупционном бюро, которое с марта месяца есть руководитель, потом еще что-то создали, каких-то набрали детективов. Непонятна вообще ситуация с межобластными, потому что их еще 6 управлений. Этих руководителей нет. Для этого нужна еще техника, для этого должны быть оборудованы кабинеты. Год, грубо говоря, просуществовало это антикоррупционное бюро. Где результат? Его нет. Где вновь созданные межобластные или региональные, территориальные, как мы назовем, антикоррупционные управления? Их нет. Кто будет заниматься борьбой с коррупцией в областных, районных, городских центрах? Этого нет. То есть пока это будем говорить, заниматься будет прокуратура, да? Но в то же время есть антикоррупционное бюро, в то же время уже есть антикоррупционный прокурор. Чтобы
создать ведомство с нуля, чтобы его нацелить на работу, во-первых, нужны условия труда, а это серьезные затраты. Я не знаю, есть ли в бюджете предусмотрено, в новом бюджете 2016 года, статья расходов на эти областные антикоррупционные бюро и антикоррупционных прокуроров. Это не только антикоррупционные, теперь надо создать межрегиональные, межобластные антикоррупционные прокуратуры. Ну, правильно? Ну, а как оно? И вот год прошел, вы мне скажите, они объясняли причину бездеятельности антикоррупционного бюро в связи с тем, что отсутствовал антикоррупционный прокурор. Ну, как можно, мы же говорили с вами, купить машину без двигателя? Ну, зачем нужно? Или давайте начнем строить здание с крыши, а потом дойдем до фундамента. Мы никогда так не построим здание. И вот это еще уйдет год на формирование областных центров. Что дальше? И эта борьба, пока я не вижу, чтобы она началась. Ее пока нету. Там же у службы безопасности что-то хотят забрать, следствие передать опять. А, у нас же еще будет создано следственный типа комитет, бюро расследований, как мы опять назовем. Это оно должно заработать где-то в марте или когда, я уже точно не буду называть даты, не помню. И вот это все вот так, все строим, все рушим, нельзя разрушать. А потом, может, построим. Вот надо сначала одно что-то создать. Смотрит, дало результат, идем поэтапно. Потому что все разрушим, мы новый мир построим. Это уже было. Вы же помните, когда революцию, когда часть специалистов, юристов, не имеет значения, как бы прокуроров, судей разбежались. И советская власть с чем столкнулась? Рост грабежей, рост убийств, рост разбоев. Вынуждены были куда? Искать тех людей, профессионалов, которые служили там в царской охранке, в царских прокуратурах, судах, не имеет значения. Поднимать эти остатки, что были. Также военспецев, армия то начала большевистская, или терпеть поражение за поражение, пока не вернули военспецев, которые согласились. И пока мы к этому не придем, что у нас в стране на каждой должности должен быть честный, порядочный и, в первую очередь, профессиональный чиновник, профессиональный милиционер, профессиональный прокурор, профессиональный чекист или профессиональный налоговик, ну и обеспечьте его, пожалуйста, и соответствующей зарплатой, чтобы он не искал на стороне заработки. Не будет никакой борьбы с коррупцией, пока не заработает на местах прокуратуры. Антикоррупционное и антикоррупционное бюро. Не будет. Я не верю в это. Я не знаю. Дай Бог, чтобы мои слова были ошибочными. Я не враг своего народа, я не враг своего. Я хотел, чтобы в этом государстве мы все жили обеспеченно, чтобы были все жили в безопасности, чтобы мы не боялись ходить по улицам, чтобы были все счастливы. Чтобы ну, мы... хорошо. А вот предложат вам, вот с учетом того, что вы сейчас рассказали, скажут, Стоянов, вот Родина нуждается в твоих знаниях, преступность растет. Вы вернетесь в прокуратуру? При одном условии, при каком? Что я буду сам лично принимать решение. Ну, разве это возможно? Ну, если этого невозможно, значит, мы никуда не идем. Нет. А что вы подразумеваете под словом «лично принимать решение»? Ну, в мои кадровые вопросы, так, которые я буду подбирать себе команду людей, я буду за нее отвечать, раз. И те решения, которые будут приниматься в отношении определенных лиц, мы знаем многих тут в городе Одессе и области, которых надо давно было бы посадить и все деньги вернуть, не говорить, что они, возможно, это деньги и нечестно добыты, но они что-то делают. Ребята, такого нет в законе. Если есть основания, есть информация, что люди эти занимались на протяжении определенного периода или во время, так сказать, попередников или предыдущих руководителей с незаконными какими-то действиями, то они должны отвечать по закону. Вот тогда мы будем говорить, что мы живем в демократическом, правовом, европейском государстве. Антикоррупционное бюро будет расследовать дела по фактам коррупции на сумму 600 тысяч гривен. Вот меня очень интересует, почему 600? Ну, 600 и выше. А 500 это что? Вот как на ваш взгляд была определена эта цифра? Вы знаете, когда-то
было одно время, когда тоже ставился цену, допустим, от 100 гривен, если украли, я так утрирую, я же не буду, то это несущественный материальный ущерб. А как можно это объяснить бабушке, которая наготовила, грубо говоря, в подвале закатала себе на зиму, ну, семья не имеет значения, живет в счет подвала и вынесли. Ну, а в общем, в ценовом вопросе это всего лишь 100 гривен. То есть, что значит 600 тысяч и выше? Я, для меня это непонятно. Мы должны исходить из ранга, занимаемого чиновником кресла, или от того, сколько он украл. Это всего лишь замыливание реальной борьбы. Это уйти от... Вот он украл, тогда давайте мы будем все воровать по 599 тысяч гривен. И все, у нас не будет хватать. Я хотел вернуться к предыдущему вопросу по поводу принимать решения. Я бытность прокурорства, меня ж... Мы знаем, кто поехал в Киев, кому и почему меня убрали. Это ж, я думаю, и многие знают, и вам, наверное, известно. Мы не будем называть фамилии этих людей, но они есть. И они этим бахвалятся, рассказывают, что это не Стоянова убрали, потому что он... Но я себя даже к этим людям вел себя... Честно, я сказал, если вы хотите доказать, что нет состава преступления в каких-то там, не ваших знакомых, ваших руководителей, пожалуйста, приносите документы, и следователь там будет заниматься и даст оценку. Ну, разве такое может быть в правовом государстве, чтобы кто-то что-то кем-то был недоволен, и за это его убрали, какой-то бизнесмен, чтобы прокурор. Ну, это тоже, понимаете, ответ на те вопросы, которые стоят на сегодняшний день на повестке дня. Нельзя, какой бы ни был твой друг, какой бы ни был он самым близким твоим, если ты не должен вестись на то, что он высказал свое недовольство работой прокурора, ты должен вестись и за это убирать прокурора. Сначала хотя бы надо разобраться в причинах этого, да, конфликта или не конфликта, какой может быть конфликт. Есть дело уголовное, извините, я его расследую. В суде суд даст окончательную оценку, поставит точку. Будешь ты прав, если прокурор, грубо говоря, незаконно возбудил дело, незаконно тебя привлекает, значит, он тоже будет нести ответственность. Вот тогда мы скажем, что мы на сегодняшний день живем в правовом демократическом государстве, где в какой Европе бы сняли бы прокурора через полтора месяца работы, без объяснения на то причин. Может быть такое? Нет. Где, в какой демократической востребе убрали начальника милиции за то, что он выполнял честно свой долг. Есть претензии к нему, есть для этого проверка, возможно, есть внутренняя безопасность, есть кадры, есть проверят, изучат, но за полтора месяца что можно сделать? Не угоден, не пущать, не давать. А скажите... Вот сегодня престиж профессии работника правоохранительных органов не только среди населения, но и среди молодежи падает. Мы по количеству юристов на душу населения занимаем одно из ведущих мест в Европе. Мы самые нищие. А порядка у нас, как говорится, не было, нет, и нет перспективы, что он будет. Может быть, начинать надо порядок с того, что сокращать количество вузов, которые готовят, выпускают юристов и дают диплом? Ну, я не думаю, что это в этом проблема кроется, что сколько бы ни было юристов. Но если человек хочет получить юридическое образование, пускай его получает, пускай доказывает, что он сильнее, умнее, идет, работает, занимает, претендует на должность, да. Ну, по большому счету, тут в это. Их много юристов. Очень много. Но, наверное, зато это будет здоровая конкуренция. Хотя, опять же, не совсем так. Опять по звонку, и, к сожалению, не самые лучшие приходят в органы прокуратуры. Не самые. Лично в моей практике я не допускал такого. Только люди могли претендовать на должность, доказывая свои знания, доказывая свою действительно отношение и любовь к данной профессии, доказывая свое отношение, свою человечность к людям, к гражданам. То есть это основное в работе любого чиновника – быть человечным, выслушать и помочь, не оттолкнуть, не сказать «это не мое, это не мой вопрос».
А куда ему идти? А сейчас, опять же, возвращаясь к этому, смотрите, ну, укрупнят эти прокуратуры. Как добираться людям с отдаленных районов, ехать, грубо говоря, с Арциза в Болград или Сараты? Как в Белгород-Днестров, то есть, как ему добираться? Через город? Как женщине, не имеет значения, взрослому гражданину, на пенсионеру, больному доехать? Ему два дня надо убить, чтобы попасть на прием. Может, это будет как-то по-другому рассматриваться, может быть, я в своем понимании, дабы, наверное, определил бы какие-то приемные дни в тех же там арцистских, в тех районах, чтобы люди, и выезжать к ним, по крайней мере, не люди к тебе, а ты к людям. И это тоже должно быть одной из первых задач, одна из первых задач для прокурора, новых прокуроров, до людей, ближе до людей. А в целом, я вам скажу, я готов возглавить и Одесскую область, и повыше занять должность. Я знаю, как надо работать, как надо построить работу. И я готов отвечать перед людьми за свои слова и за свою работу. Быть открытым и доступным, как всегда и был. Я никогда не прятался, я никогда не избегал трудностей, я никогда не боялся ответственности. Я никогда не боялся принимать решения. И когда говорят, коррупция, коррупционеры, так у меня за 7 лет, в Николаеве ни одного человека не то, что не задержали за взятку или за какое-то другое преступление. Даже протокола не было, даже звонка не было, потому что я всегда ежедневно всем все объяснял. На коллегиях, на совещаниях, на межвенском всегда говорил, что прокурор района будет отвечать передо мной, если я узнаю, что его люди, его помощник, его подчиненные бегают, что-то собирают по району. А вот как, на ваш взгляд, меня интересует ваша точка зрения, как ветерана работников прокуратуры. Вот недавнее громкое задержание в Киеве прокурора района и бывшего, так сказать, прокурора при получении взятки 150 тысяч долларов. Там арест в Одессе двух милиционеров при получении там это взятки. В других регионах. Что движет людьми? В обществе растет напряжение, борьба идет с коррупционерами. Они как продолжали брать, так и продолжают. Это что, пир во время чумы? Ну, неужели эти люди потеряли чувство самосохранения? Вы знаете, я опять же, возвращаясь к этому, вот, допустим, у меня, будучи руководителем, знал одно, или одно из правил моих было, что в первую очередь надо думать о людях, чтобы твои люди не ходили, не собирали, не побирались или не вымогали взяток, денег, они должны быть обеспечены всем необходимым жильем, хорошим местом работы, зарплаты, премии, досуг. Это все я обеспечил. И когда я, малейший был звонок, этот человек ровно, через короткий период он уже не работал. Вот и все, надо думать о людях. А если человек, молодой человек, опять же, уже пришел на работу, не имеет, Киев, да, нет квартиры, семья, дети, нет, платить надо за жилье. Ну, естественно, государство его само толкает на совершенно... Другой вопрос, что... Товарищ, ты же знал, куда ты идешь, да? Ты же знал, какая будет зарплата. Ты же знал, что там не миллионы тебе будут платить за твой труд. Но ты, наверное, думал, что тебе и не нужна зарплата. Тебе надо, ты сможешь заработать на стороне эти деньги. Вы что, но... его оправдываете? Нет, я говорю, наверное, человек, когда идет, соглашается на работу в органах прокуратуры, в данном случае, нужно понимать, что там не платят миллионов. Там зарплата не самая высокая. Я его не оправдываю. Я говорю о том, что государство должно обеспечить нормальной заработанной платой чиновника. И тогда с него требовать. Но взятки 150 тысяч, это даже в тысячу, да любая взятка, это взятка, и она должна караться в соответствии с законом. И тот человек, который переступил закон, он должен отвечать. Но мы знаем пример многих громких задержаний за этот год, а на сегодняшний день ни одного приговора я не вижу, и ни одного дела в суде я не вижу. Дай Бог, чтобы прокуроры, видя такие примеры, думали, что их ждет дома семья, дети, и, по крайней мере,
что человек, который попадает по ту сторону или за решетку, к чему он вернется. И ради каких-то денег потерять свободу, можно, потеряешь все, и семью, и уважение, все потеряешь. Ради денег не стоит этого делать. Ищи тогда, если ты не в состоянии, ищи себе где-то в другом месте работу. Все. Вы знаете, вот на этой ноте, мне кажется, и надо нам с вами завершить сегодняшнюю беседу. Она оптимистичная. Несмотря на то, что вы, как всегда, были жестки в оценках, так сказать, и ну, давали такие принципиальные прогнозы, хочется надеяться, что в 2016 году, когда мы с вами снова встретимся, разговор у нас пойдет в несколько другой тональности, более такой. Я бы хотел, чтобы 2016 год для КСЭП был годом перемен, ну, положительных вот. Перемен. Я хотел бы, чтобы 2016 год принес только рост экономики, повышалось благосостояние наших людей, наших граждан, чтобы наконец-то в этой стране прекратилась война, наконец-то в этой стране не говорили о коррупции, не боролись с коррупцией, чтобы ее просто не было. Классно. Наконец-то в этой стране, чтобы не говорили о демократии, а чтобы действительно власть принадлежала народу. Чтобы наконец-то те чиновники, которые сидят высоко-высоко в больших креслах, подумали, что они тоже люди, что им тоже придется отвечать перед Всевышним, что не все деньги решают, что деньги иногда такое зло и такое разочарование, и такие беды приносят. Поэтому дай Бог всем разума, дай Бог всем терпения, дай Бог всем ума, и дай Бог нашей стране, нашему народу мира, добра, благополучия, хороших руководителей, принципиальных и честных правоохранителей, и все надежды, чтобы их и чаяния оправдали в следующем году. Вот, я верю, да. Что наш президент в состоянии навести порядок, я верю, что он в состоянии подобрать на должностях действительно принципиальных, честных и порядочных. Я надеюсь, что наш Кабмин обновится, дай Бог. Потому что нельзя так держаться и так любить кресло. Надо быть честным перед самим собой. Да, я, наверное, не в состоянии. Да, я, наверное, не то кресло занял. Извините, люди, я верну все деньги, которые я, будучи премьером, за. Но 2016 год не год фантастики. Ну, это так, с точки зрения. Большое спасибо. Основная тональность писем телезрителей, многие из которых пенсионеры, поступающие в эти дни на почтовый ящик нашей программы «Газетный дождь», это отчаяние людей от надвигающейся нищеты, дороговизны, бешеного скачка цен и в первую очередь на продукты питания. Вот о чем рассказывается в некоторых письмах последней недели. «Пенсия маленькая, а внучка учится, нужно ей помогать», пишет Зинаида Коваленко. «Я устроилась уборщицей в магазин, проработала 2 месяца. Очень тяжело. Полы надо мыть с химикатами. От них у меня постоянно болит голова. А потом появилась аллергия. Да и физически тяжело в мои-то годы таскать ведра, махать шваброй, дышать пылью. Видя, как я мучаюсь, внучка заявила: «Бабуля, не убивайся так, я сама пойду крутиться». И устроилась курьером, а мне работать не разрешает. Я бы и сама пошла курьером. Да не берут таких, как я, говорят старуха. На обычную пенсию прожить невозможно, сокрушается телезрительница Тамара Огрядна. Муж болеет, на лекарства полпенсии уходит. Я стала вязать шапочки на продажу. Заработок небольшой, но все же это лучше, чем ничего. Посоветовали мне разместить рекламу своих изданий в интернете. Сначала дело пошло неплохо, а потом заглохло. Я потратила на рекламу 1000 гривен, а отдачи никакой. Надежнее продавать шапочки на рынке или в подземном переходе. Тяжело выживать пенсионерам. Всю жизнь мы добросовестно трудились, надеясь, что отдохнем на старости, пишет из Раздельной Одесской области Галина Мостовая. А оказалось, что на пенсию прожить нельзя. Вот и приходится пенсионерам трудиться. Одни на огородах спину гнут, другие на базарах приторговывают. Хуже всего тем, у кого здоровья нет, чтобы работать. Я, как и многие пенсионеры, вынуждены работать, констатирует невеселый факт жительница Одессы Оксана Тимощик. Расклеиваю объявление.
убирая квартиры на рынке приторговую. Но есть среди моих ровесников хитрованы, которые трудиться не желают, а булку с маслом жевать хотят. Мой сосед раньше на оптовом рынке покупал по дешевке яблоки. Потом в два раза дороже продавал их в переходе, рассказывая байки, будто это яблоки с его дачи под Котовском. А теперь он стоит возле киоска, где шаурму продают. Увидит, что парень или девушка покупает шаурму, подходит к ним и начинает клянчить: «Дайте старику на хлеб». Многие жалости дают. Я считаю, если сила еще есть, работай, а не побирайся. Ну и скажу, что после повышения с 1 сентября 2015 года минимальная пенсия в Украине составляет 1074 гривны. Минимальная заработная плата в нашей стране 1378 гривен. В пересчете по курсу 22,3 за доллар это равно 48,61 доллар США. Такие значения при пересчете на календарный месяц соответствует 1 доллар 60 центов и 2 доллара 6 центов в день. Таким образом, уровень минимальной пенсии в Украине ниже черты крайней бедности, а уровень минимальной заработной платы превышает эту черту на 16 центов. Такая ситуация ставит большинство граждан Украины на грань выживания, вынуждает пенсионеров искать средства для заработка. В цивилизованных странах ситуация совсем иная. Средняя пенсия немца, швейцарца или итальянца составляет 60-80% от его зарплаты. Им нет смысла тратить силы на работу. А украинские пенсии не всегда дотягивают и до 30% от их прежнего заработка. Ну и о приятном. 3 декабря 2015 года Одесской железной дороге исполнилось 150 лет. Именно полтора века назад два поезда с пассажирами отправились в путь по вновь построенной железной дороге Северно-Причерноморье. С этой даты и берет начало работы Одесская железная дорога. Протяженность первой железнодорожной ветки достигала 220 верст. Она состояла из линий Одесса-Балта, раздельный Кучурган и ветки от Тираспольской заставы до карантинной гавани в Одесском порту. Вот было три магистрали. За первый год железной дороги было перевезено 80 тысяч пассажиров. Через полтора века Одесская железная дорога – это одно из крупнейших предприятий Украины, которое занимает ведущее место в транспортном обслуживании Северно-Причерноморья. Одесская железная дорога сегодня – это 6 областей Южной и Центральной Украины, где работает 44 тысячи железнодорожников. По данным текущего периода 2015 года, среднемесячная заработная плата работников Одесской железной дороги составляет 4913 гривен, что есть и остается самым большим показателем среди всех железных дорог Украины. Эксплуатационная длина путей нашей железной дороги 4000 километров, из которых почти 2000 являются электрифицированными. Услугами железной дороги ежегодно пользуются 35 миллионов пассажиров. Железная дорога обслуживает 4,5 тысячи предприятий. На Одесской магистрали сегодня нагружается более 30 миллионов тонн грузов. В пределах железной дороги функционируют 9 морских, 3 речных порта, на которых приходится 80% грузооборота портов Украины. На железной дороге проводится планомерная работа по развитию инфраструктуры, увеличению пропускной способности участков и перерабатывающей способности станции. Одну из ключевых позиций занимает поэтапное проведение работ по увеличению пропускной способности в направлении порта Южный и ООО ТИС. Одним из главных показателей в работе является уплата налогов в бюджет. С января по октябрь 2015 года Одесская железная дорога направила в бюджеты и целевые фонды Украины более 2 миллиардов гривен. Одесская железная дорога заплатила 900 миллионов гривен налогов и платежей в государственный бюджет. Сегодня на долю магистрали приходится 20% грузооборота и 16% пассажирооборота железных дорог Украины. Это свидетельство того, что наша железная дорога является важной частью транспортной системы Украины. Ну, на днях Одесская железная дорога перешла к новому этапу развития. Стала региональным филиалом публичного акционерного общества «Укрзалезница».
Одесситы любят свою железную дорогу, свой железнодорожный вокзал и желают железнодорожникам и всем труженикам стальных магистралей успехов в работе, крепкого здоровья и чтобы деньги не покидали наших земляков. Фонд государственного имущества Украины в очередной раз, ну кто бы сомневался, перенес приватизацию последней голубой фишки украинской химической промышленности – Одесского припортового завода. По словам главы фонда госимущества Игоря Белоуса, продажа контрольного пакета его акций состоится не ранее весны 2016 года. Белоус также добавил, что предприятием сегодня интересуется около 20 потенциальных покупателей, среди которых есть несколько американских и европейских компаний. В первую очередь следует назвать норвежскую корпорацию Yara, которая входит в число крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Белоус заверил, что ОПЗ практически готов к визитам претендентов на покупку госпакета его акций и пожаловался, что наибольшим риском для продажи завода остается политический фактор. Ну, кто бы сомневался. А именно, затягивание принятия нашим парламентом поправок в приватизационное законодательство, отменяющих необходимость предварительной продажи на бирже миноритарного пакета 5% акций. Белоус скользь упомянул и разбирательство, инициированное в начале этого года днепропетровской компанией «Нортима». Ее включает в орбиту совладельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Но я напомню, для тех, кто не знает, что именно эта структура участвовала в приватизации ОПЗ в 2009 году, 6 лет назад, на конкурсе, где ее соперниками были корпорации «Фрунзе Флора» Константина Григоришина и «Азотсервис Россия», которая была небезразлична «Газпрому». Начав торговаться за 99% акций ОПЗ, выставленных на продажу по стартовой цене 4 миллиарда гривен, участники конкурса, когда дошли до отметки 5 миллиардов гривен, где последнее слово сказала «Нортима», после того, как стало ясно, что это предложение никто не собирается перебивать, конкурсная комиссия вдруг неожиданно объявила перерыв и предложила представителям компании Коломойского и Боголюбова остаться для подписания протокола заседания. Но затем, посовещавшись, комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы не признавать днепропетровскую компанию победителем, в результате чего конкурс был объявлен несостоявшимся. Но по гуляющим слухам, это произошло с подачи тогдашнего премьера Юлии Тимошенко, которая посчитала, что 5 миллиардов гривен – это слишком маленькая сумма за стратегическое предприятие. Скорее всего, сегодня Коломойский и Боголюбов не питают иллюзий относительно победы в инициированных ими спорах. Их стратегическая цель – отпугнуть как можно больше иностранных претендентов от припортового завода, создав ему образ спорного актива, чтобы на приватизационном конкурсе купить завод с минимальной наценкой. Группа «Приват» открыто выразила недовольство по этому поводу и пригрозила судами. Но после прихода к власти Януковича на время вдруг раз и забыла про Одесский припортовый. И только в марте этого года, за 3 недели до увольнения Коломойского должности губернатора Одесской области, Нортима вдруг решила обозначить свои претензии. Вспомнила. Компания подала иск в хозяйственный суд города Киева, потребовав от приватизационного ведомства отменить решение конкурсной комиссии по продаже припортового завода, который был принят 29 сентября 2009 года, и признать Нортиму победителем того конкурса. Ключевое требование истца – цена продажи акций должна составлять те самые 5 миллиардов гривен, которые компания Коломойского-Боголюбова согласилась в 2009 году заплатить. Добиваться своей цели с наскока приватовцам не удалось. И в июне суд отклонил все их требования. После этого дело перекочевало в апелляционную инстанцию, которая до сих пор не сказала свое слово.
Комментируя судебные перипетии, Игорь Белоус выразился крайне осторожно, заметив буквально на днях в интервью «Пятому каналу»: «Мы пока выиграем все в судах, посмотрим, что будет дальше». Основания для сдержанного оптимизма и есть, ведь энтузиазм Коломойского и Боголюбова за это время не только не угас, но наоборот еще усилился. В ноябре Нортима открыла второй фронт в борьбе за Одесский припортовый завод, подав иск в окружной административный суд города Киева. В нем днепропетровская компания потребовала признать неправомерным действие конкурсной комиссии в 2009 году, которая отказалась заключать с ней договор по продаже. По утверждению близкого группе приват-источника, Коломойский и Боголюбов не питают иллюзий относительно победы в инициированных ими судебных спорах. Их стратегическая цель – сделать из припортового завода страшилку для иностранных претендентов, создав ему образ спорного актива, чтобы на грядущем приватизационном конкурсе покупать его с маленькой и минимальной наценкой. Если это так, то пока со своей задачей днепропетровцы успешно справляются. В 1911 году на должность одесского градоначальника был назначен архангельский губернатор. Из Архангельска его перевели камергер, действительный статский советник Иван Васильевич Сосновский. Это был последний одесский градоначальник, назначенный указом императора Николая II. Хозяйство новому градоначальнику досталось не самое лучшее. В 1911 году дефицит нашего одесского бюджета составлял 1 миллион рублей. Для того, чтобы оплатить проценты по городским займам, пришлось заложить капитал всех социальных учреждений города, в том числе и здание Одесской городской думы. Городское самоуправление, не имея свободных финансовых средств, пошло по пути сдачи в концессию предприятий, которые могли давать значительные финансовые поступления в городской бюджет. В концессию бельгийцам, например, был сдан электрический трамвай сроком на 35 лет. На 35 лет был сдан в концессию и газовый завод. Но, несмотря на это тяжелейшее для города положение, Одесса не теряла ни надежд, ни уверенности в завтрашнем дне. И депутаты Одесской городской думы были крайне озабочены улучшением общественного порядка в городе. Вот какую любопытную заметку опубликовала газета «Одесские новости» в декабре 1911 года. Бывший одесский градоначальник генерал-лейтенант Толмачев внес на обсуждение городской думы вопрос о том, чтобы в заезжих дворах, где останавливаются извозчики, была запрещена торговля спиртными напитками, ввиду того, что извозчики напиваются и в пьяном виде выезжают на работу, что с открытием городского трамвая для публики представляет безусловную опасность. Городская управа отклонила это предложение ввиду того, что во всех заезжих дворах продаются спиртные напитки, и, следовательно, придется закрывать все заезжие дворы. Вот так это было в декабре 1911 года. Чисто одесское решение. Депутаты 100 с лишним лет назад не теряли ни чувства юмора, ни знания реальной обстановки в городе. И именно этого частенько не хватает нынешнему составу Одесского городского совета. Поговорка о том, что если погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь, явно устарела. Проявляйте инициативу, проявляйте настойчивость, ловите ветер перемен, не уставайте. И спокойно можно гнаться не за двумя-тремя, а за целым табуном зайцев. И удача, я абсолютно уверен в этом, обязательно будет вам сопутствовать. По себе знаю. Ну и продолжайте чаще улыбаться. А когда станут кошки скрести на душе, вспомните строки ироничного Игоря Мироновича Губермана. Поскольку жизнь, верша полет, чуть воспарив, опять в навозе, всерьез разумен только тот, кто неизбыточно серьезен. Трудно, конечно, сохранять оптимизм в наше окаянное время, но оно же не вечное. За тьмой всегда приходит рассвет. Удачи и до встречи в следующую пятницу. С вами был автор и ведущий программы «Газетный дождь» Вячеслав Воронков.